Мсье. Мсье. Нет. Это не мое. Золото у меня. Да разве я стал бы так жить, будь я богат? Нет. Это не моя. Так я впервые познакомился с ним. Он был моим соседом, когда я жил на улице Дегре. Фамилия у него была весьма странная. Гобсек. А говоря попросту, живоглот. Я был единственным человеком в этом странном доме, с кем он поддерживал отношения. Он разрешал мне по вечерам заходить в его келью. Такие знаки доверия были плодом моего примерного поведения, которое по причине безденежья во многом походило на его образ жизни. Здравствуйте, папаша Гобсек. Кажется, сегодня 30-е число. Может быть, вам надо предъявить ко взысканию какие-нибудь векселя? Я развлекаюсь. Так вы иногда и развлекаетесь? А по-вашему, только тот поэт, кто печатает свои стихи. Вы молоды. Кровь у вас играет. А в голове от этого туман. Вы глядите на горящие головни в камине и видите в огоньках женские лица. А я вижу только угли. Вы всему верите, а я ничему не верю. Ну что ж, сберегите свои иллюзии. Если можете. Все равно приходит возраст, когда вся жизнь только привычка к излюбленной среде. Все остальное фальшь. У меня вот принципы меняли в зависимости от географических широт. Мать пристроила меня юнгой на корабль, и в 10-летнем возрасте я отплыл в голландские владения Ост-Индии, где и скитался 20 лет. Так вот, должен вам сказать, то, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком, за Азорскими островами признается необходимостью. Нет на земле ничего прочного. Есть только условности. И в каждом климате они различны.
Незыблемо лишь одно, единственное чувство, вложенное в нас самой природой. Инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется личным интересом. Ну а что касается нравов, человек везде одинаков. Везде идет борьба между бедными и богатыми. Везде. И она неизбежна. Так лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. Так вот, все человеческие страсти, распаленные столкновением интересов в нынешнем вашем обществе, проходят передо мною, и я произвожу им смотр. А сам живу в спокойствии, вашу любознательность к миру я заменяю проникновением во все побудительные причины, которые движут человечеством. Словом, я владею миром, не утомляю себя, а мир не имеет надо мной ни малейшей власти. Вот в чем счастье. Да вот послушайте, что случилось сегодня утром на моих глазах? И вы поймете, в чем мои утехи. Нынче утром мне надо было предъявить должникам последний вексель на 1000 франков. Как-никак сегодня 30-е число, как вы изволили заметить. С остальными векселями я разделался раньше. Разве не забавно, что из-за каких-нибудь 6 франков учетного процента я бегу через весь Париж? Это я-то, человек, который никому не подвластен и платит налогов. Всего 7 франков. Мне захотелось узнать тайную цену этого векселя. Он был выдан одной из самых прелестных парижанок, женой богатого помещика и вдобавок графа. Словом, эта женщина понравилась мне. Я сам отдал бы 1000 франков только за то, чтобы вернуть эти ощущения, связанные с днями молодости. Сколько догадок я строил, когда нынче утром выходил из дома. Уж как графиня начнет фокусничать. Какую комедию будет ломать из-за 1000 франков? Приветливо заулыбается, заговорит вкрадчивым голосом. Пожалуй, стоит даже умолять меня. А я непоколебим. Я появляюсь как возмездие. Как укор совести. Ну, оставим мои догадки. В общем, прихожу. А графиня еще не вставала. Когда ее можно будет увидеть? Ну, не раньше 12. Так что же, графиня больна? Да нет, сударь, она просто с бала пришла в 3 часа утра. Ага. Моя фамилия Гобсек. Доложите, что приходил Гобсек. Я еще раз зайду. Полдень. Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей. Не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать, как чистую лапу неотвратимости. Утро я провел на бульварах.
Посмотрю. Гравюры в окнах магазинов. Да. Но ровно в полдень я уже был в гостиной, смежной со спальней графини. Бог мой, кого я вижу, это вы, сударь. Не будете ли так любезны немного отсрочить платеж? До полудня следующего дня, графиня. До этого срока я не имею права опротестовать ваш вексель. Опротестовать вексель? Неужели вы решитесь? Неужели вы так мало уважаете меня? Если бы сам король был мне должен, графиня, и не уплатил бы в срок, я бы подал на него в суд. Еще скорее, чем на всякого другого должника. Кто там? Меня нет дома. Анестезия, это я. Мне нужно поговорить с вами. Попозже, дорогой. Что за шутки? Вы ведь с кем-то разговариваете? Что вам угодно, сударь? Это один из моих поставщиков. Уходите. На мой взгляд, бриллиант на кольце графини стоил верных 1200 франков. Франков. Передайте их, пожалуйста, графине. И скажите, что заклад, который она мне дала, я немного придержу. С недельку. Ага, заплатила. Отлично. А ну-ка скажите, разве плохие у меня развлечения? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь? И видеть ее без прикрас, вообще неприкрытой наготе. Каких только картин не насмотришься. Сегодня видишь трагедию. Какой-нибудь честный тружник, отец семейства, покончил с собой от того, что не смог прокормить своих детей. Завтра видишь кометь. Молодой бездельник пытается разыграть перед тобой современный вариант классической сцены обольщения кредитора его должником. Знаете, должен вам сказать, что нуждающиеся люди порой изумляют меня силой своего слова. Великолепные актеры и дают представление для меня одного. Но обмануть меня им никогда не удается. У меня взор Господа Бога. Я читаю в сердцах. От меня ничто не укроется. Я достаточно богат, чтобы покупать совесть человеческую, управлять всесильными министрами через их фаворитов, начиная от канцелярских служителей, кончая их
любовницами. Разве это не власть? Такие, как я, в Париже человек 10. Мы властители ваших судеб, тихонькие, никому не ведомые. Как я, мои собратья, всем насладились, всем присытились. И любят теперь только власть и деньги. Ради самого обладания властью и деньгами. Что такое жизнь, как не машина, которую приводит в движение деньги? Да неужели же все сводится только к деньгам? Золото. Вот духовная сущность всего нынешнего общества. Запомните это хорошенько, Дервиль. И вы еще когда-нибудь помянете добрым словом папашу Гобсека. Ну, как вам кажется теперь? Не таятся ли жгучие наслаждения за этой холодной, застывшей маской, так часто удивлявшей вас своей неподвижностью? Через несколько дней после этого разговора я защитил диссертацию, получил степень лиценциата прав и был зачислен на должность старшего клерка. Я переехал с улицы Дегре и обзавелся собственной квартирой. Но мой патрон, большой кутила и расточитель, оказался в стесненных обстоятельствах, вынуждавших его продать контору. У меня появился шанс обзавестись собственным делом. Добрый вечер, папаша Гобсек. Ну что? Ваш патрон продает свою контору. Откуда вы знаете? Он никому не говорил об этом, кроме меня. Только этому я обязан честью видеть вас у себя. Выслушайте меня, папаша Гобсек. Добрый вечер. Я знаю, что растрогать вас очень трудно, поэтому я не стану тратить красноречие, пытаясь изобразить вам положение нищего клерка, у которого вся надежда только на вас. Да. Так как в целом мире ему не найти близкой души, которой не безразлична его будущность. Но оставим близкие души в покое. Дела решаются по-деловому, без чувствительных излияний, всяких нежностей. Положение дел вот такое. Моему патрону контора приносила 20 тысяч доходов в год. Но я думаю, что в моих руках она будет давать 40 тысяч. Да? Я чувствую, тут что-то есть. И если бы вы согласились судить мне 150 тысяч, так, необходимые для покупки конторы, я в 10 лет расплатился бы с вами. Умные речи. Никогда еще не слышал, чтобы человек так ясно излагал цель своего посещения. А какие гарантии? Никаких? Сколько вам лет? Через 10 дней мне исполнится 25, иначе бы я не мог заключать договоры. Верно. Ну, так как же? Пожалуй. Правда? До свидания. Завтра утром принесите ко мне метрическую выпись. А она при мне. Поднимите, молодой человек. Ну что ж, давайте торговаться.
Я кредит беру по-разному. Самое меньшее 50%, 100-200, а когда я 500. Ну, а с вас знакомство. Я возьму всего 12,5. Нет, не то. 13%. Подойдет? Подойдет. Смотрите, если много, защищайтесь. Я вас прошу 13%. Такое уж мое ремесло. По силу ли вам столько платить? Я не люблю, когда человек сразу сдается. Еще раз спрашиваю, немного ли это? Нет. Придется только приналечь на работу. Значит, клиенты расплатятся. Нет, черт возьми, я сам расплачусь. Я скорее дам себе руку отрубить, чем стану грабить людей. До свидания. Грабить людей. Но гонорар я буду брать по такси. Таксы нет на некоторые дела. Например, на получение отсрочек по платежам, на полюбовные соглашения. Тут можно брать по 2-3 тысячи франков, а когда и по 6. Надо только уметь находить такие дела. Я вас буду рекомендовать как опытного и знающего стряпчего. Буду посылать к вам клиентов. Мои коллеги Вербруст, Пальма и Жигане поручат вам вести дела об отчуждении земельных участков. Таким образом, у вас будут две клиентуры. Одна по наследству от вашего патрона, а другую предоставлю вам я. Пожалуй, надо бы вас взять. Сейчас. 15% годовых. Я вам 150 тысяч даю. Хорошо, пусть будет так, но не больше. Ну, за контору я сам оплачу вашему патрону. Я постараюсь договориться с солидной скидки и с ценой, и суммы залога. Пожалуйста, обеспечьте себя какими угодно гарантиями. Только контору. А почему это? Я должен доверять вам больше, чем вы мне? Да, да, конечно. А сверх процентов вы будете бесплатно, пока я жив, вести мои дела. Хорошо? Согласен. Но никаких расходов из своих средств производить я не буду. Правильно. Кстати, вы позволите мне навещать вас? Всегда буду рад вас видеть. Смотрите. Не роскошествуйте, иначе потеряете мое доверие. Не вздумайте поставить дом на широкую ногу. Заведите старуху-кухарку, вот и вся прислуга. Ну, а я буду навещать вас. Справляться о том, как вы себя чувствуете. Ведь я вложил в вас целый капитал. Надо же мне, конечно, знать, как идут ваши дела. А? Ну, до свидания. Господин Дервиль. До свидания. Спустя 3 месяца я стал хозяином собственного дела. Моя дружба с Гобсеком значительно укрепила мои позиции.
Я даже приобрел некоторую известность. И через 5 лет мне удалось полностью расквитаться с ним. Драф, я право не понимаю, зачем вам нужно, чтобы именно я привел вас к Гобсеку. Да он даст вам денег, если они у него есть. Вернее, если вы предоставите ему достаточные гарантии. Господин Дервиль, я не намерен насильно требовать от вас этой услуги, хотя вчера вы обещали мне оказать ее. Но, видимо, вчерашнее вино сделало вас забывчивым. Прими. Вчера я имел неосторожность поссориться с папашей Гобсеком. А ведь в Париже нет человека, который в минуту мог бы выложить 100 тысяч. Поэтому я настоятельно прошу вас... помирите меня с ним. Настоятельно прошу. Ибо речь идет о чести одной богатой дамы. И мне бы не хотелось, чтобы она порочила свое доброе имя. Ну, хорошо, я пойду с вами. Здравствуйте, папаша Гобсек. Я привел к вам одного из самых близких моих друзей. Бойтесь его, как дьявола. Надеюсь, по моей просьбе вы возвратите ему свое доброе расположение за обычные проценты и выручите его из беды, если вам это выгодно. Деньги у меня есть только для постоянных клиентов. Вы так разгневали, что я к другим пошел разоряться? Разоряться? Вы хотите сказать, что у кого в кармане свистит, тому и разоряться нечего. А вы пойдите-ка, сыщите в Париже человека с таким вот солидным капиталом, как у меня. Вы обращаетесь со мной как с губкой, черт подери. Даете возможность пропитаться золотом в светском обществе. А в трудный для меня момент пытаетесь выжить. Но смотрите, и с вами такое же может случиться. Смерть и вас выжмет, как губку. Возможно. Да что вы без расточителей делали? Мы же необходимы друг для друга, как душа и тело. Правильно. Ну? Ну, протяните руку. Ну, давайте помиримся, папаша Гобсек. Ставьте. Ну, проявите великодушие, если это возможно, верно и правильно. Вы пришли ко мне только потому, что Жерар Пальма, Вербруст и Жигане по горло сыты вашими невыплаченными векселями. Нет, нет, слуга покорный. Куда это годится? Разве можно судить хоть гроз человеку, у которого долгов на 300 тысяч, а за душой ни сантима? 3-го дня на балу у барона Нусингена вы проиграли в карты 10 тысяч, а прошлую пятницу... Может, хватит? Милостивый государь, мои дела вас не касаются. Долг платежом красен? Верно. Да мои векселя всегда будут оплачены. Возможно. И в данном случае весь вопрос сводится для вас к одному. Смогу я или не смогу предоставить вам достаточный залог на ту сумму, которую я хотел бы у вас занять? Правильно. Сейчас я вам принесу кое-что. И вы, я думаю, будете вполне удовлетворены. О, сын мой, если заклад у него ценный, ты спас меня. Вчера вечером, рискуя, я скупил у своих собратьев за четверть стоимости все векселя Максима де Трая. Сделайте одолжение, побудьте тут. Хотя и при мне мои пистолеты, я уверен в своей меткости. И на тигра приходилось ходить, и на палубе корабля драться в абордажной схватке, не на живот, а на смерть.
А все-таки я побаиваюсь этого элегантного мерзавца. Сударь, можно получить за эти бриллианты их полную стоимость, оставив, однако, за собой право выкупить их? Прошу вас. Можно, сударыня. У нас, юристов, такая сделка именуется условной продажей с правом последующего выкупа. И состоит она в передаче движимого или недвижимого имущества на определенный срок, по истечении коего собственность может быть возвращена владельцу при внесении им покупщику обусловленной суммы. Хорошо. Ах, как хороши! Такие бриллианты до революции стоили бы 300 тысяч. Чистейшей воды. Несомненно, из Индии. Из Голконды или из Бессапура. Да разве вы знаете им цену? Только один гобсек. Во всем Париже один гобсек может их оценить. При империи запросили бы больше 200 тысяч, чтобы только заказать такие упоры. А нынче бриллианты падают в цене. С каждым днем падают. Бразилия наводнила рынок алмазами, хотя они желтоватые воды, но не такие, как индийские. Хорош, без единого пятнышка. Точечка. А здесь трещинка. Ну так как же? Сколько вы желали бы занять? Я... 100 тысяч. На 3 года. Что ж, можно. Это ваши собственные бриллианты, сударыня. Да, сударь? Пишите акт о продаже с последующим выкупом. Болтун. Вы, сударыня, вероятно, замужем. Я отказываюсь составлять акт. Это почему же? Как почему? Замужняя женщина во всем зависит от мужа. Сделка будет признана незаконной, а вам не удастся сослаться на свое неведение, раз налицо будет акт. Вам придется предъявить эти бриллианты, так как в акте будут указаны их вес, стоимость и грань. Вы знаете, он прав. Условия меняются. 80 тысяч. Сколько? А бриллианты останутся у меня. Но... Или вы их продаете... Или берете обратно. Я не хочу рисковать. Гораздо лучше для вас броситься к ногам мужа. Прощайте, дорогая Анастасия. Будьте счастливы. А я завтра же избавлюсь от всех моих забот. Сударь, я... Согласна. Я принимаю ваши условия. Ну вот и хорошо. Трудно вас уломать, красавица моя. Да уж. Вдобавок к этому, я в счет остальной платежной суммой дам вам на 30 тысяч векселей. Значит так,
50 тысяч наличными. И 30 векселями. Граф де Трай только что сказал мне, мои векселя всегда будут оплачены. Старый жулик, подлец! Первый выстрел за мной. По праву оскорбленной стороны. Максим, извинитесь. Вы должны извиниться перед господином Кобцыком. Сударь, я не имел намерения оскорбить вас. Я это прекрасно знаю. Ваше намерение входило только не заплатить по векселям. Если вы хоть словом обмолвитесь обо всем этом, господа, прольется ваша или моя кровь. Чтобы пролить свою кровь, надо ее иметь, милый мой. А у тебя в жилах вместо крови грязь. Бриллианты у меня. А бриллианты-то мои. Великолепные бриллианты. Как дешево достались. Ай, господа вербрусы, ты же гады. Вы хотели поддеть старика Кобцыка, а я сам вас поддел. Какие у них будут глупые рожи. Когда я нынешнюю историю расскажу, между двумя партиями в домино. Ты еще тут, голубчик? А я и забыл совсем. Нынче пообедаем вдвоем. У тебя пообедаем. Вам этого все равно не понять. Хотите, завтракаем вместе? Здесь, пожалуй, и на двоих хватит. Нет, спасибо. Спасибо, я завтракаю позже. Моя жена была у вас? Возможно. Вы что же, сударь, не понимаете меня? Я не имею чести знать вашу супругу. Нынче утром у меня перебывало много народу. И мужчины, и женщины, и девицы, похожие на юноши, и юноши, похожие на девиц. Мне, право же, трудно. Шутки в сторону, сударь. Я говорю о моей жене. Она только что была у вас. Откуда же мне знать, что эта дама ваша супруга? Я не имел удовольствия встречаться с вами. Ошибаетесь, господин Кобцык. Однажды мы повстречались с вами в спальне моей жены. Вы приходили взимать деньги по векселю, по которому она никаких денег не получала. Я учел ее вексель. При расчетах с одним из моих коллег.
Кстати, позвольте вам заметить, граф. Позвольте вам заметить, что, по моему разумению, вы не имеете права читать нотации мне в моем собственном доме. Я, сударь, достиг совершеннолетия еще в 61-м году прошлого века. Милостивый государь, вы купили бриллианты у моей жены, не принадлежащие ей. Это фамильные драгоценности. А я не считаю себя обязанным посвящать вас в тайны моих сделок. Скажу вам, однако, что если графиня взяла без спросу у вас бриллианты, вам следовало бы письменно предупредить всех ювелиров, чтобы их не покупали. Ваша супруга могла продать бриллианты по частям. Сударь, вы ведь знаете мою жену. Верно. Как замужняя женщина, она подчиняется мужу. Возможно. Она не имела права распоряжаться этими бриллиантами. Правильно. По закону не имела. Ну, так как же, сударь? А вот как. Я знаю вашу супругу. Она подчинена мужу, согласен с вами. Ей и другим приходится подчиняться. Но ваших бриллиантов я не знаю. Прощайте, сударь. Существует суд. Правильно. Этот господин был свидетелем продажи. Возможно. Граф, вы правы. Но и господин Гобсек не виноват. Вы не можете привлечь его к суду, оставив вашу жену в стороне. А этим процессом будет опозорена не только она одна. Я стряпчий, как должностное лицо, да и просто как порядочный человек, считая себя обязанным подтвердить, что продажа произошла в моем присутствии. Но я не думаю, что вам удастся расторгнуть эту сделку как незаконную. По букве закона вы потерпите поражение. Господин Гобсек человек честный и не станет отрицать, что купил бриллианты очень выгодно для себя. Советую вам пойти на мировую с господином Гобсеком. Согласитесь считать свои бриллианты в закладе на 7, на 8 месяцев, даже на год. Если раньше этого срока вы не в состоянии внести деньги, полученные графиней. Или, может, вы предпочтете выкупить их сегодня? Тогда я подготовлю акт, где вы признаете, что получили от господина Гобсека 85 тысяч, включая проценты по суде. А господин Гобсек обязуется вернуть вам бриллианты. Какая расточительность. Сударь, много у вас детей? Так-так. Я вашу историю наизусть знаю. Вы, должно быть, все еще любите эту женщину, понимаю. Она даже и меня в волнение привела. Может быть, вы хотите спасти ваше состояние? Сберечь его для одного или двух ваших детей? Советую вам. Найдите надежного друга, если можете. И путем фиктивной продажной сделки передайте ему ваше имущество. Как это у вас, юристов, называется? Фидеокомис, кажется. Фидеокомис. Я завтра принесу деньги. Держите бриллианты наготове. Но... А за составление документов пусть заплатит граф. Франков 8-12. А как же? Вы звали меня, мой друг? Оставьте нас, Морис. Вы свободны. Анестезия. Где ваши бриллианты?
У меня? Нет. Они здесь. Вы знаете, откуда они? Нет. Нет. Мне надо умереть. Мне надо... Анестезии. Я скрою все, не волнуйтесь. Мы останемся жить вместе. У нас есть дети. Я не стану убивать господина Детрай на поединке. Я могу промахнуться. Убить его в ваших объятиях — это опозорить ваших с ним детей. А я не хочу гибели ни ваших детей, ни гибели их отца, ни своей собственной. Поэтому я ставлю два условия. Скажите, у вас есть дети от меня? Да. Который? Старший Эрнест. Хорошо. А теперь поклянитесь, что выполните мое требование. Клянусь, обещаю вам. Вы выполните обязательства в отношении меня и моего сына. Вы подпишете мне запродажную на все ваше имущество. Как? Это выше моих сил. Я мать, как же Жорж и Полина. Я... И последнее. Сегодня на балу у виконтессы де Бусиан вы должны появиться в этих бриллиантах. Сударь, я пришел посоветоваться с вами по важному делу. Прежде всего, я заявляю, что питаю к вам полное доверие. Надеюсь доказать это. Ваше поведение на многих процессах было выше всяческих похвал. Я только выполнял свой долг. Так вот, сударь, я также тщательно навел справки об этом странном господине, которым вы обязаны своим положением. Из всех моих сведений видно, что этот Гобсек — философ из школы циников. Каково вы мнение об его честности? Граф, Гобсек оказал мне благодеяние из 15%. Но его скупость все же не дает мне права слишком откровенничать о нем с незнакомым мне человеком. Говорите, сударь. Ваша откровенность не может повредить ни вам, ни ему. Я отнюдь не надеюсь увидеть лице этого ростовщика, ангела во плоти. У папаши Гобсека есть одно основное правило, которого он придерживается в своем поведении. Он считает, что деньги — это товар, который можно со спокойной совестью продавать, дорого или дешево, в зависимости от обстоятельств. Он торгует деньгами. Ростовщик, взимающий большие проценты за ссуду, по его мнению, такой же капиталист, как и всякий другой участник прибыльных предприятий и спекуляций. Ну а если отбросить в сторону его финансовые принципы и его рассуждения о натуре человеческой, которыми он оправдывает свои ростовщические ухватки, то я глубоко убежден, что вне этих дел он человек самой щепетильной честности во всем Париже. В нем живут два существа: скряга и философ. Подлое существо и возвышенное. Если я умру, оставив малолетних детей,
он будет их опекуном. Вот, сударь, каким я представляю себе Гобсека на основании личного своего опыта. В тот день, когда я принес ему свой долг и расплатился полностью, я с некоторыми риторическими предосторожностями спросил у него, какие соображения заставили его брать с меня огромные проценты, и почему он, желая помочь мне своему другу, не позволил оказать себе это благодеяние совершенно бескорыстно. Сын мой, я избавил тебя от признательности. Я дал тебе право считать, что ты мне ничем не обязан. И поэтому мы с тобой лучшие в мире друзья. Этот ответ, на мой взгляд, лучше всяких слов нарисует вам облик Гобсека. Сударь, потрудитесь подготовить все необходимые акты для передачи Гобсеку прав на мое имущество. И только вам я могу доверить составление встречной расписки, где он, Гобсек, заявит, что продажа была фиктивной и даст обязательство передать все мое имущество в руки моего старшего сына Эрнеста, когда тот достигнет совершеннолетия. Но я должен сказать вам следующее. Я боюсь хранить у себя эту расписку. Прошу вас взять ее к себе на хранение. А Гобсек в случае своей смерти назначит вас душеприказчиком. И так все предусмотрено. Сударь, прежде всего позвольте поблагодарить вас за доверие. Но чтобы оправдать его, я должен указать вам, что этими мерами вы совершенно обездолите ваших младших детей. А ведь они тоже носят ваше имя. Пускай жена ваша грешна перед вами, все же вы когда-то ее любили, и дети ей имеют право на известную обеспеченность. Должен заявить вам, что я не соглашусь принять на себя почетную обязанность, которую вам угодно возложить на меня, если их доля не будет точно установлена. Да-да, надо, необходимо определить в первом же пункте встречной расписки, какую долю выделить этим детям. Через 3 месяца имущество графа перешло в руки Гобсека. Не знаете ли вы, почему больше ничего не слышно о господине Доресто? Ну, то есть основательные причины. Душа у него нежная. Такие люди не могут совладать с горем. Оно убивает их. Жизнь — сложное и трудное ремесло. И надо приложить усилия, чтобы научиться ему. Да надо иметь нервы не хуже остальных пружин, которые гнутся, но не ломаются. Так неужели граф? Возможно. Умрет? Тело его наследствие. Лакомый кусочек. Но я все еще не получил от него того важного документа, который должен храниться у меня. Я не получил его расписки. Граф Доресто на Гельдерскую улицу. Вот так-то.
Ну, покати колясочку. Господин Дервиль. Угу, хорошо. Ну, пойдем, Полина. Пойдем быстренько. Зуш, дай ручку. Иди, иди. Иди сюда. Иди ко мне. Быстренько. У меня очень важное дело, граф. Пойдем. Я бы хотел поговорить с ним. Если вам это удастся, вы окажетесь счастливее меня. Граф никого не хочет видеть. Он с трудом переносит визиты врача, отвергает все заботы. Даже мои. У больных странные причуды. Они как дети, не знают, чего хотят. Может быть, наоборот? Они, как дети, прекрасно знают, чего хотят. Поймите, моя настойчивость вовсе не вызвана нескромным любопытством. Дело касается очень существенных интересов. Интересов? Интересы мужа и жены нераздельны. Ничто не мешает вам обратиться ко мне. Может, вы объясните мне, почему все наше состояние, поместье, фермы, даже дом, в котором я живу, уплывает в руки господина Гобсека? Ведь вы, как я полагаю, доверенное лицо моего мужа. Простите, дело, которое привело меня сюда, касается только графа. Я прикажу передать ему ваше желание поговорить с ним. Поймите, вас ждет неизбежное разорение. И если бы я мог сам поговорить с графом, то, по крайней мере, судьба ваших детей... Нет. Тогда я целиком буду зависеть от вас. Женщины иногда способны на дурные поступки. Но в их душе скрыто величие, которое не поймет и не оценит ни один мужчина. Признаюсь, я с некоторым восхищением и жалостью относился к этой женщине, которая теперь всеми силами искупала свои грехи. Графиня хотела вас видеть. Нет, нет, я запрещаю. Почему же Дервиль не приходит? Ну как же ты, Морис? За последние 2 недели я раз 7 не меньше посылал вас за моим поверенным. Вы что, шутите со мной? Сейчас же, сию минуту, поезжайте и привезите его. Или я встану с постели и поеду сам? Хорошо. Господи, на тебя все мое упование. Графиня, я больше не могу отвечать за жизнь пациента. Чистое сердце. Ты понимаешь, как свято обещание, данное отцу?
Сумеешь ли ты сохранить тайну? Сохранить ее так крепко, чтобы о ней не узнала даже мама. Во всем доме теперь я верю тебе одному. Ты меня не обманешь? Нет, папа. Я тебе передам конверт. Он адресован Дервилю. Ты его спрячь хорошенько, чтобы его никто не увидел. Незаметно выйди из дому и опусти его в почтовый ящик на углу. Хорошо, папа. Через 5 лет ты узнаешь, как это важно. Поцелуй меня. Оставь меня одного на минуту. Эрнест, иди сюда. Эрнест, отец сейчас говорил с тобой. Да, мама. Что он тебе сказал? Я не могу сказать этого, мама. Ах, какой ты у меня славный мальчик. Как я рада, что ты умеешь молчать. Запомни 2 главных правила для человека. Не лгать и быть верным своему слову. Мамочка, какая ты хорошая. Ты-то, наверное, никогда не лгала. Нет, я... Я иногда лгала, я изменяла своему слову, но в таких обстоятельствах, которые сильнее всяких законов. Послушай, Эрнест, ты уже большой, умный мальчик. Ты верно замечаешь, что отец отталкивает меня. Гнушается моими заботами, это несправедливо, ведь ты знаешь, как я его люблю. Да, мам. Бедный мой мальчик. Виной всему злые люди. Они оклеветали меня. Они задались целью разлучить твоего отца со мной от того, что они жадные, корыстные. Они хотят отнять у нас все наше состояние и присвоить себе. Ах, если бы отец был здоров. Наша размолвка бы скоро миновала. Он добрый, он любит меня. Он понял бы свою ошибку. Но болезнь помрачила его рассудок. Его предубеждение ко мне превратилось в какую-то навязчивую мысль, в какое-то безумие. Вот он вдруг стал отдавать тебе предпочтение перед всеми детьми. Это тоже доказывает его умственное расстройство. Ведь раньше до болезни ты не замечал, чтобы он Жоржа или Полину любил меньше, чем тебя. Все теперь зависит у него от болезненных капризов. Ты понимаешь, его нежность к тебе могла внушить ему какие-то странные замыслы. Скажи, он дал тебе какое-то распоряжение? Или какой-нибудь конверт? Ангел мой, ты же не захочешь разорить брата и сестру. Ты же не допустишь, чтобы твоя мать, как нищенка, молила о куске хлеба. Скажи, скажи мне все, Эрнест. Вам мало, что вы всю мою жизнь отравили. Вы... Хотите развратить душу моего сына? Пожалейте меня! Пожалейте! Пожалейте! А вы меня жалели? О, хорошо. Не щадите меня. Но детей пожалейте. Детей пожалейте. Скажите, я сделаю все, что вы прикажете, лишь выставить свою вину перед вами. Пусть хоть дети будут счастливы. Полина! Дети! Дети! У меня только один ребенок. Я и так раскаиваюсь. Я так раскаиваюсь. Раскаиваете? Да. Как вы смеете произносить это слово после того, что сейчас сказали? Озяб я из-за вас. Вы были плохой дочь. Плохой
женой, плохой матерью. Мама! Ходите туда. Там мама молится. Разорили своих детей. Как? Я думала, я плохо разбираюсь во всех ваших бумагах. Уж не думаете ли вы внушить графине мысль, что не я являюсь законовладельцем имущества, проданного мне графом? С этой минуты его дом принадлежит мне. Суды! У вас фидеокомисс? Возможно. Вы хотите воспользоваться неведением графини? Верно. Сударь! Прошу вас! Сударь! Мама! Эрнест! Мама! Мальчик мой! Эрнест! Не надо! Мальчик мой! Ты что, судить меня берешься? Щенок.
Пошел! С этого дня мы виделись редко. Однажды я случайно встретился с ним в одной из аллей Тюильри. Графиня ведет жизнь просто героическую. Она всецело посвятила себя детям. Я слышал, Максим Татрай в Англии... Старший сын ее, примилый юноша. Возможно. Послушайте, разве вы не обязаны помочь Эрнесту? Помочь Эрнесту? Нет, нет. Несчастье лучший учитель. В несчастье он многому научится. Узнает цену деньгам, цену людям. И мужчинам, и женщинам. Пусть поплавает по волнам Парижского моря. Но когда станет искусным лоцманом, мы его в капитаны произведем. Старый друг мой, вам холодно. Почему вы не велите затопить камин? Нет, очень не холодно. Не надо топить. Топить не надо. Не надо топить. Чесаться. Папаша Гапсек, добрый вечер. Это я. Голубчик, я ухожу, голубчик. Что? Куда ухожу, не знаю. Но ухожу. У меня уже графология началась. Мне вдруг почудилось, будто по всей комнате золото катится. И я встал, чтобы подобрать его. Куда ж теперь? Еще моя утопру пойдет.
Кощей, я его не оставлю. Я завещание написал. Найти его. У внучатой племянницы осталась дочка. Я ее как-то встретил вечером на улице Вивьен. Хорошенькая, как купидон. Прозвище у нее Огонюк. Разыщи ее. Я тебя душеприказчиком назначил. Бери тут все, что хочешь. Кушай. Еды у меня много. Паштет из гусиной печенки есть. Мешки кофе, сахару. Ложки есть. Золотые. Возьми для своей жены сервиз работы аудио. Возьми. А бриллианты кому? Ты нюхаешь табак, голубчик? У меня много табаку разных сортов. Продай его в Гамбург. Там в полтора раза больше дадут. Все у меня есть. И совсем надо расстаться. Ну-ну-ну. Папаша, Капсек, не трусь, будь верен себе. Молодцом рассчитался. Старый сквалыга. Дайте мне ключи от подвала. Бегите к оценщику, тут надо все опечатать. Thank you.
золото. Вот духовная сущность всего нынешнего общества. Запомните это хорошенько, Дервиль. И вы еще когда-нибудь помянете добрым словом папашу Гобсека. Домой! Thank you.